они вообще все такие и так... Все так, в общем... Саран-саран, с вами Ариран. Ребята, я продолжаю смотреть клипы по вашим заявочкам. И сейчас у меня на очереди White Night от группы Uptension. И я посмотрела уже тизер еще до камбэка и подумала, что надо обязательно будет это не пропустить. Но поскольку потом на меня куча всего навалилась, я это дело отложила. И вот сейчас я наконец-то добралась. И вы тоже неплохо поддержали этот клип в голосовании. Поэтому я чего-то жду, пока еще не знаю чего, но чего-то жду от этого клипа. И я надеюсь, что он оправдает мои ожидания. Об этом мы узнаем, когда посмотрим. Ой, ну они, конечно, красотульки тут все. Я их никого, правда, не знаю. Вот мальчик, который вот этот вот вышел, вот он прям так выглядит, как я люблю. Ну, он, правда, очень, походу, молодой. Ой! У меня бахает что-то там за окном, отвлекает меня от лопатусечек. Там, короче, какие-то разборки. Они совсем молодые в группе, я так полагаю, да? Прям юные ребята. Почему мне так нравятся покоцанные пацаны? Это выглядит очень вызывающе. Чувак помог спицами, а он пропустил момент нужный. Мужик, за угол! Вот это, вот этот... Не нравится, кто этот посерединке? Перчатки. Выразительный очень взгляд у пацана, который посередине черненький такой, тот, что в форме был. И вот этот, кто такой? Ой, они такие все тут красивые! Боже, да я же сейчас меня разорвет-то, ребята! Ну что это такое? Ну все, ну так классно, они такие желтенькие, они такие, и он такой красивенький, и они вообще все такие, и так, все так, в общем, у меня, как обычно, словарный, не буду называть своими словами, он так на нее смотрит, да это ж любовь. Ну вот, они тут плохие мальчики. Я уже говорила, что я такое люблю. И вот это самое оно. Мне, честно говоря, напоминает то время, когда я гуляла с ребятами вот подобными. Тоже постоянные драки какие-то, разбитые губы. Очень красивые у тебя глаза. Прекрати так смотреть. Фу, у меня жарко стало. Зачем я кофту напялила вообще? Ой, блин, как он смотрит на нее. Я не могу понять, это все разные пацаны. И одна девушка ли... Я их вообще не знаю, но они... Бежит. Бежит. Вода, огонь. Они не могли определиться, о чем мы хотим, воду или огонь в клипе. Какие они, что они такие все красивые? Я не могу понять их, как вообще их вот искусственно они создали такую, таких. Потому что это родителям очень хорошо нужно было постараться, чтобы таких вот мальчиков сделать. Я только вообще нифига не могу одуплиться. Девушка там одна и та же или разная? Она грустит так красиво. Сняли шикарнейшие. Они взяли такие ракурсы у пацанов, что я просто... И танцы крутые! Так, ну как тут не зафанатеть можно от них? Это было очень классно! Нет, это, ну, мне их жалко, конечно, все такое, но это... Люблю я всякое такое. Тут потасня. И там драка. Он упал, а тут он ударился, а тут они дерутся, а где вообще что происходит, я не пойму. Плачет, да, потому что это любовь. Фух, короче, мне нужно быть не такой эмоциональной. Этот взгляд его, честно говоря, я не знаю, как он так вот обыграл этот мальчик. Сейчас, дайте досмотреть концовочку молча. Девочка классная такая, вообще у нее такие глаза. Все хорошо. Чтоб, в общем, фанаты не померли после просмотра фильма, они решили такую сделать прекрасную, прикольную, приколюжную, в общем, концовочку, где мальчики все вместе, у них все хорошо, и они, в общем, молодцы. Ну, я уже сказала, пацаны там просто писаные красавцы. Вот. Прям, знаете, как будто их нарисовали и с картинки оживили просто, потому что они очень красивые.
Плюс это возрастная категория, да, она чуть поменьше, чем Экса или Бантосики. Они молодежь, да, наверное, ну, мне так кажется. И опять же, мне это напомнило то время, когда я гуляла с такими ребятами, там не было таких красавчиков. Но, тем не менее, вот эти все чувства мне знакомы, и взгляды такие тоже мне знакомы. И мальчик, который постоянно так смотрел на эту девочку влюбленно, и в этом взгляде было что-то больше, чем влюбленное, знаете, какое-то такое желание оберегать ее, защитить, собственническим, что ли, знаете. Знаете, что вот он просто теперь ее никому, наверное, и не отдаст никогда. Потом вот эта вот реакция с цветами, я там не поняла, кто из них с кем был, кто пришел. В общем, но потом между ними завязалась какая-то большая драка с этими цветами. Это было вообще... Короче, я мне очень понравилось, вот честно, прям вот очень понравилось. И спасибо большое, Акамеката. Я надеюсь, что я правильно произнесла твое имя. И ты мне первая написала, чтобы я посмотрела обязательно этот клип. И буквально в первый же час после его выхода ты мне написала. Поэтому мне тебе большая благодарность. Ребята действительно шикарные. Саран-саран, с вами была Ариран. Всех целую. Пока-пока-пока.